Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ассоциация юристов предложила ввести обязательную видеосъемку процесса покупки автомобиля в салоне, снимать, записывать на диск, а затем вручать обеим сторонам в качестве приложения к договору. Дескать, случись что, видео поможет разобраться в нюансах. По мнению знатоков права, это могло бы защитить в первую очередь покупателей. А жертвами обмана они становятся нередко. Так, в Вологде женщина думала, что приобретает машину с полным приводом и подогревом сидений. Однако на деле этих функций не оказалось. Дилер пропустил претензии гражданки мимо ушей, сославшись на то, что она добровольно подписала все бумаги. Трасса 101. Уникальная ситуация в России. Впервые число заявок на кредит на покупку подержанного автомобиля превысило число заявок на заем на приобретение новой машины. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй. Среди причин такого явления называются, конечно же, бешеный рост цен на новые авто, дефицит машин у дилеров и снижение покупательской способности. Трасса 101. ГИБДД напоминает о том, что водители со стажем до 2 лет обязаны размещать на автомобиле знак «Начинающий водитель», иначе придется заплатить штраф 500 рублей. На него распространяется 50% скидка. Наклейку можно приобрести или изготовить самостоятельно, однако необходимо соблюсти пропорции. Стороны ровно по 15 сантиметров, высота восклицательного знака черного цвета 11 сантиметров. Фон должен быть желтым. Трасса 101. В России активизировались автоворы. По данным одной из страховых компаний, значительнее всего на 30% увеличился интерес злоумышленников к внешним декоративным элементам автомобилей – молдингам, колпакам и эмблемам. Краш магнитол, акустики и других предметов из салона стало больше почти на 20%. На 14% выросло число пострадавших от похитителей колес. Трасса 101. «АвтоВАЗ» собирается показать обновленную «Весту» весной следующего года. Продажи машины начнутся ближе к лету. Предположительно, это будет классический рестайлинг. Иные бамперы, фары и фонари, а внутри, к примеру, виртуальная приборная панель и большой экран мультимедийной системы. Как ожидается, «Веста 2.0» будет дороже нынешней 1000 на 60-70, а цены на модель на сайте производителя сейчас начинаются почти от 800 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.